Всем хай! С вами я, Майн, вы на канале Майн Гейминг, и мы как бы... О, Си-Джей, ля, что ты творишь? Короче, я разобрался, во-первых, да, я как бы в прошлой серии вам сказал то, что нужно сделать это, я разберусь там то-то, то-то, а в результате понял то, что я ни хрена не сохранился, я только что прошел квест со стрижкой, видите, я сделал бородку, нам как бы... А что у нас тогда было? У нас были в прошлой серии обычные усы, да, сейчас бородка, вот я как бы, видите, вот так... Опа, видите, сохранился вот на второй слот. Райдер, да, вот это сохранился. Теперь, как бы, давайте уж заново пройдем мы этот вот заданию, миссию. Это не квест, это миссия с вот этим вот... Графти. Давайте это. Опа. Нормально. Здорово. Сейчас не будем вот этого читать, мы это уже все читали, мы это все знаем, мы молодцы. Дай мне шанс, чувак. Ладно, пошли прогуляемся по району. Здорово, Сиджей. Надо показать, что ты снова в игре, а братья Джонсон снова в игре. Будешь сейчас врать. You already spread now, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chap. Смотрите. Hey, после. Да. Короче. Не будем перебивать их это, во-первых. После кваждого, да? После каждого выполненного квеста, привычка, после каждой выполненной миссии, я буду приезжать в дом Биг Смоука и. Так, подожди, где я? Вот я. Это отдаляется. Не сюда. Я буду приезжать в дом Биг Смоука для того, чтобы сохраниться. Отмеченная цель. Вот оставим метку, да, где это все находится, на всякий случай. Чтобы не забыть. Вот. И будем сохраняться. Вот. Не будем совершать ошибок. Моя ошибка была в прошлой серии, как раз-таки еще. Так, подожди, радио мы выключаем, потому что мало ли там какие-то авторские права. Туда-сюда. Сейчас едем красить граффити. Моя ошибка была вот в чем. В том, что я это делал в присутствии копов, да? А они меня спалили, и поэтому, как бы, ну, повязали, можно сказать. Ну, как сказать, повязали? Они начали в меня стрелять, ну. Я как бы в них тоже. Я, по большей части, победил. Ну, как сказать? Постой на шухере, пока я закрашиваю граффити. Вот, момент. Когда я умер, когда ты умираешь, я должен, как бы, возвращаться опять и брать задание заново. Миссию. Все, тут это уже ясно. Иди закрась их, пока я буду ждать в этом районе. Как, кстати, бежать? Я так и не понял. Смотри, вот так смотрим. Никого не видим. Опа! Видели? Оп, видели? Никого не было. Никого не спалили, все целы, живы, здоровы. Вот видишь, вот они меня спалили, поэтому у меня звезда розыска появилась. А сейчас мы этого делать не будем. Сейчас аккуратненько. Вот так вот. Оп. Посмотрели. И красим. Оп. Все. А я забыл включить режим не беспокоить. Все, я включил. Все аккуратненько, никого не трогаем, не задеваем, как бы мы мирные граждане, машину за эту свиту не разбиваем, правильно же, свиты, да? Вот, залазим, вот машина открыта, отлично. Тихо. Отлично, теперь посетим кого-то там, да, вот это вот все. Давай их посетим без проблем, поехали. Нам сейчас, я помню, через мост надо переезжать. Кстати, вот очень хороший моментик, хорошо, что я... поставил метку, где дом Си-Джея, потому что... Биг Смоука, извиняюсь, потому что я могу забыть там туда-сюда. Извиняюсь, что еще тут есть. Прости за тачку, хотя пофиг вообще на самом деле. Тихо! Да что ты делаешь тут это? Все, короче. Ты прямо вот здесь, я поеду к синему району, хорошо. Ага. То есть... Во-первых, вот здесь. Вот, видишь, полицейские ездят. Тут полицейских, вот, два полицейских. Больше, чем обычных мирных граждан. Блин. Так, это, конечно, печально. Все, никого. Оп, все. Аккуратненько. И побежали дальше. Так, и вон там вот уже нужно побрызгать в лицо этим челам.
И тут главное, чтобы ментов нигде рядом не было, чтобы они ко мне не прикопались. Они мои главные враги, это я все знаю, потому что это как бы да. Опять же, проверяю, чтобы никого... Сюда. Сюда. Опа. Ага. Все. Отправляйтесь к метке на радаре, чтобы найти следующие граффити. Окей. Я как бы тут... Я аккуратничаю, да? Прям сильно аккуратничаю, чтобы было все... Ага, я понял. Метка, чтобы найти... Это чтобы убежать, да? Или что это за метка? Окей, допустим. Так. Метка треугольника обращенная вершина вверх показывает, что цель выше находится. Я не успел... типа на крыше? Левый шист забраться на стену. Все, они меня не трогают, все отлично, все хорошо вообще как бы. Я понимаю, так тут, да? Вон там где-то дом Биг Смоука. Полицейские ходят. Вот, а этот тот самый человек, который до сих пор за мной бежит. Так, смотри, еще раз смотрим, чтобы никого рядом не было. И красим. Алло. Напоминает вот это вот крашение работу. Так, отлично. Напоминает это работу пожарного. Карл, быстро садись! Быстро сажусь. Напоминает работу этого. Сейчас скажу кого. Пожарного на Барвихе РП. Напоминает. Двигайся назад в район СиДжея. А, тут даже обозначение есть. Отлично. Все, езжаем, едем. Как бы аккуратненько. Никого не трогаем, никого не задеваем, потому что нафиг цену нам надо, правильно? Вот так вот, конечно. Оп, вот так красиво залетели. Опа. И сюда. Прямо как кататься на велосипеде. Да все возвращается на все свои места. У тебя есть проблемы? Блин, я из-за них не мили. Краш отобрали мои бабки, оставив меня на... Да, вот купи себе пивка и еще. Че, мне деньги дал? Я найду тебя, если что. Миссия выполнена. Плюс уважение. Купить себе пивка, сказали мне. А баллончик с краской теперь всегда можно достать в доме СиДжея на... Ага, все окей, это я услышал. Теперь мы забегаем в дом Биг Смоука и сохраняемся. Все просто. Татац! Мы сохранились, отлично. Так, подожди. Сводка. Так, это отобрали. Вот, тут можно читать. Вот, купи себе пивка или еще чего-нибудь. Я найду тебя, если что. Это да, это вот менты, это понятно. Мапки оставили меня с ничем, чувак, но потом же что-то случилось и... Ну да. Так, статистика. Уровни владения оружием, это деньги, игрок лишний вес. Банды у меня, территорию, ну, уважают меня. Меня немножечко уважают. Достижения. Проехать на велосипеде, там, на машине. Миссии. О. Три попробовано, три выполнено. Окей, разные. Прогресс прохождения. О, серьезно? Процесс прохождения. Я прошел один целое... Стоп, что? Ну, короче, 1% игры я прошел. Вау, за 3 видоса. Отлично, это прямо жесткий прогресс. Так, короче, купить мне пивка надо, да? Это типа тоже... Опа! Отвечаю. Карл, это офицер Эрнандес. Кто? Офицер Эрнандес. Я работаю... Да, эй, Буся, какого фига тебе это надо? Эй, прояви ко мне хотя бы какой-то... Иди нафиг, чел, кусок шерсти без шерсти. У меня для тебя есть сообщение от офицера. Я хотел скрипать кинг города, это закончили большими неприятностями. Мы с тобой следим. Да ну да. А теперь на всякий случай. Сводка. Вот. Не пытайся покинуть город, это окончится большим неприятностью. Ты меня понял? Это нам? Подожди, карта.
Дом Карла! А, так он и так обозначается. Все, тогда вообще пофиг. Так, здорово. Hey, you gotta keep it real, Эй, man. чувак, возьми себя в руки. Слушай, никому в нашей банде нет дела. Продают, засирают район, да. Банды никогда не... Коты, да, вот это вот. Как ты поживаешь, СиДжей? You can't knock a homie's hustle, sweet. Mark say soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they читаю, down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the ballers are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together. Like the old days. Mm-hmm. Yeah, yeah, you right. So you and Ryder go handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We got to keep our focus. We need some backup. Нам надо поддержка. Ты видел Бидана? Нет, но если он, сука, да, на нашей стороне это хорошо. Медведь, да их поддержка нам пригодится. Эй, поэтому мы должны избавить улицы от этих наркобаронов. Неудивительно, что семья против наркоты. Знаешь, Биг Смоука, Свита и тебя. Гроу Стрит don't bang no more. Гроу Стрит не было бандит, просто развалил бы. Вот-вот. Ну? А на ногах... Находись на ногах, нажимая G. Hey, stay close. Чтобы... Чего? Находясь на ногах, нажми G, чтобы позвать Райдера назад, если он вдруг полезет в драку. Понял. А какая наша задача, что делаем? Чё, карта, ты пункт назначения. Ну поехали, чё? А может сохранимся сначала? А сейчас, да, сейчас сохраниться нельзя. У нас это как бы, ну поехали. Садись давай, чел, камон. Радио мы выключаем. Потому что, знаете, последний видос, который, прошлый видос, кинули желтую монетку монетизации, типа... Какие-то авторские права, я не знаю, возможно, это из-за радио в машине. Тоже как бы не исключено. Но я вроде все пофиксил, и все нормально. Как бы ладно, ничего страшного. Это не самое важное. Так, это наши, это зеленые, потому что, да? А мне можно биту? Эй, не гони, придурок, ты даже знаешь, где он живет? Да ладно, чувак, это здесь. Да, здесь. Открывай! Ты уверен, что все же живет здесь? Я тебе говорю... Открывай дверь! Open door! Открыл. CJ, чё нахрен? Пошел вон отсюда! Ты чё, чувак, стой, а как же наше for life? Да-да-да. Вали отсюда, пока стоишь на ногах. Райдер, давай уложим его, серьезно. Медведь? Это ты? А, ну Рил Медведь, чё? Ты уборка его дома, ага. Точно. Что точно? Точно, сэр! А теперь иди и заставим его... Чё, чёрт? Бери биту, дай мне биту. Эй, нига, fuck you. Нигер. Бро. Это полный пипец. А теперь я понял, о чем вы говорили. Чувак, если делать такое медведем, превращается его в рафа. А то гнихом наркотиками меня это уже бесит. Город, и нам это на пользу не идет. Давай проедемся по району и найдем кого-нибудь. Избей до смерти наркоторговца. Карта. Вражеская цель. Все окей. Пацаны, отойдите, пожалуйста, моя машина. Ну ладно, не моя. Избить до смерти наркоторговца. Я не против. Как бы такими вещами, это знаешь, это как это скамщиков в стендофе, которые голду продают, да? Типа. Их тоже можно вот с ними так обращаться. Эй, посмотри, тут так что подъедут. Да. Все, let's go. Погнали. Hey, partner, I'm working, man. What you need? What you need, dog? Ты чё, а? На, кусок. О, мне сейчас биту дадут. До смерти избиваем его, понял? А мы, конечно, осуждаем такую тему, но... На, понял?
Кусок шерсти без шерсти. А, чувак, я его знаю. Этот урод возился с балластами фронт-ярда из Эндвулда. Я знаю, где это. За железнодорожными путями. Поехали на весь юг. Подожди, ты сказал фронт-ярд? Чувак, ты испугался? Не, нифига, братан. На. А можно... А можно биту? О, бита. Отправляйтесь к наркопритону. Погнали. Опа, бита есть, все, let's go, let's get it. А был нож, когда я какую-то девчонку ударил. Наркопритон. Тут все так рядом, понимаете? Тут вот карта, да? Тут есть вот зоны, которые доступны мне. Вот смотрите, вот, вот. Вот, это вся игра. Это вот все, что здесь есть. В GTA Samp, я так понимаю, это все... ну, как типа... Ну, вы поняли. Это, слушайте, это даже, наверное, больше, чем в Барвихе, хотя, может быть, не факт. Но все равно круто. Все. А, поехали. Чувак, не трусь, все наши парни знают, что балласы — это черти полосатые вообще. Все. Опа, чувак, отсюда наркоты за километр несет. Мне кажется, этот ролик вообще заблокирует. Ага, давай заглянем и поздороваемся. Мне кажется, сейчас реально... Сейчас будет жесткая драка, это во-первых. А, во-вторых, мне, скорее всего, заблокируют этот видос. В любом случае... Добрый день! Скотобаза 40... Кого? Я видел, что происходило там. Ты чё? Не понял? Кусок, пошел отсюда, на! Чёрт! На! 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 Ты чё, не понял? Да сорян, братан, своих бьем! На! Сори! О, ушатал. А где это? А, вот она сидит! А, вернись в дом свита. Нате! Поняла, тут сидела. А как присесть? Который? Который убить, сори. Все, погнали. Чё, жив? Цел? А? Жив цел, орел, я тебя спрашиваю, а? Ни хрена не жив цел. Кусок шерсти. Так, а с них денег нет, не взять никак, ничего вообще? Нет? Тебя тоже как бы ушатать? А можно денег? Нет? Короче, понятно. Ну, нормально. А как прыгать? Э! Так Си-Джей вообще в драку не лезет, он просто что-то ходит такой. Это лампочка. Пошли. Это я со всеми разобрался. Си-Джей так чисто мешался. Теперь балласы знают, что банда Гроувс... Времена меняются. Чувак, они разозлились на нас. Да вообще посрать. Надо потом предупредить наших. Надо. Так. А, карта, пункт... А, это ё-моё. Так, куда нам надо? Подожди, не, я не понял, куда нам... А как, почему на М карта не открывается? А, нам нужно... А, мы обратно к дому, получается. Окей. Погнали. Big Smoke Nigger. Ну чё, разнесли. Вы понимаете, мы вот сейчас, за этот видос уже сделали больше, чем за два предыдущих. Понимаете, насколько это круто? А мне интересно, подожди, статистика разная. А, не, прогресс еще, не, он не увеличился. Так, короче, здравствуйте. Я тут. Я пришел. А теперь их рожи долгое время будут не в настроении. Может быть, этих уродов теперь... Гроув Стрит вернется на улицу. А, Гроув, это мы. Увидим... Оу, май. Увидимся, брателло, но это, короче, понятно. Так, сводка. А, не, это не то. А, еще? Брателло! Ну, я же говорю. Статистика разная. Мы прошли 2% игры, ты прикинь, аж 2%. Вот это я понимаю, КБС на КБС. Ну, все отлично, за 3 видоса 2%. Идем сохраняться. Я как и говорил, как бы то, что мы идем. Так, пустой слот. Опа. Все, отлично. Так, что у нас там по сохранениям? Big Smoke, Райдер, граффити на территории и зачистка района. Отлично. Так, теперь что у нас по планам? Опять телефон звонит? Нет. Ну опять как бы сейчас дела будем. Ты че? Да, здорово.
Но это же свои, это не свои, это свои или не свои? Я не хочу их трогать. Забегал, черт, что с тобой, Райдер? А, зарабатывает Свит так же, как и те. Ты хочешь с ним сказать, а что ты мне... Я хотел этим сказать, что ты уже говорил, нигер, да. Я проголодал. Не, ну Биг Смоук, он всегда голодный. Я не удивлен. Жить на одном хлебе сложно, нужно покушать. Карл, ты такой худой чувак. Парни, вы чего хотите, может тако? Тако опять, нифига. Тогда курицу и точка, чувак, я не хочу есть. Так ты разберись, ты хочешь есть или не хочешь есть. Карл, подожди. Сводка? Карл, ты подожди, чувак, я не хочу есть курицу. Курицу надо есть, я сказал. Садитесь в машину, я сказал, надо есть курицу, потому что курица имбишенс, вообще. Все, езжайте в закусочку. А, куда отключаем, мы все, закусочку. А как получилось же, что... Пускай рассказывают, я не... А, думаю, ты знаешь, как и сейчас, я не могу читать, когда я еду за рулем, понимаете? Не могу читать, когда еду за рулем, понимаешь? За рулем даже в телефоне сидеть нельзя. Вы понимаете? Нужно следить за дорогой. Какие нафиг вот читания субтитров? Почему не на русском, кстати? На русском было бы намного проще, я бы не читал бы эти сраные субтитры, а их нет на русском, я так понимаю. Но в любом случае уже как-то пофиг. Там, знаете, просто такая сюжетная информация. Особо ничего важного нет, а если... Ты чё? Сори, братовелло, но мы сейчас едем покушать. Чё-то камера трясётся. Карл, чё ты хочешь? Должен хорошо питаться, чтобы... Я возьму номер 9, жердей. Дай мне номер 9, как и ему. А мне номер 6 подливай. Ну, Биг Смоук, я не удивлен. Я не удивлен, это же Биг Смоук. Я не удивлен вообще. Эй, прости, брат, я должен был знать все насчет Майлз. Я знаю, Сиджей, я знаю, просто пытаюсь не думать об этом, вот и все. Я имел в виду, что не хочу вспоминать о том, что произошло. Ух, как это, давай есть. Ну, Биг Смоук набрал чисто дохерища. Эй, мы что будем жрать прямо здесь? Может, все-таки доедем до дома? Нифига, я буду есть. А, в отличие от тебя, я никогда давно пора повысить. О, черт, прямо из мусорки. Эй, гляньте, едут в сторону нашего района. Черт, Райдер, черт, эти ублюдки. За ними! Радио мы отключим. На! Давай, стреляй! Отключить радио как? Давай, стреляй! На, пацана сбили! Да иди ты нафиг! Смоук! Это хватит жрать! Давай! Стреляй по ним, Куда поехали? Давай стрелять, да вообще пофиг. А следи за чертовой дорогой, да вообще пофиг. Давай, я тут, я здесь, давай, стреляй, братан. Все, хорош. И вон там последний чел. Да выключи ты это радио, сраное. Как его выключить? Во. Так, сюда мы не едем. Отлично. Биг Смоук живой? Возвращайтесь к дому Свита. Так, секунду. Прежде всего, чем это сделать... Опа. А, Тэк-9 я заберу себе. А нафиг мне это? Да, чувак, эти баласы больше не посмеют к нам лезть. Вот это вот все. Я просто забрал себе Тэк-9, ну сами понимаете, мало ли это. На всякий случай, сами понимаете. Да чё ты... Вон балласы ходят сраные. Как балласы или балласы? Напишите в комментариях, пожалуйста, как правильно, балласы или балласы?
Сори. Так найн. Get in, nigga. Опа. Хе-хе, патроны. Патроны, а это мне нравится. А это мне надо, а это мне нравится. Так. Возвращайтесь к дому Свита. Еще одно очко пули пробито. Что ты говоришь? Что тебя вызывало? Это может быть... Почему субтитры такие бейтеры? Ты, может, выпьем? Не, нужно ехать домой. Подбрось меня? Конечно, братанчик, подбрось. Но мне нужно сохраниться перед этим. Оу, стыкнали, бро. А, Биг Смоука до... Отвези Смоука до дома. Смысл? Ты думаешь насчет... Нет. Скажи мне, почему ты переехал с Гроу? Чувак, я просто получил наследство от моей тетушки, имею в виду хороший дом и там что-то еще. Гроу Стив всегда будет в моем сердце, детка, там живут мои друзья. Ясно, друг. А это не твой дом, не? Ни хрена не твой дом, типа? Садись в машину. Можно сохранюсь? Сохраниться не могу, пока выполняю все, я услышал. А, иду, сажусь в машину. Let's go. Let's go, bitch. Все, у меня есть Tech Nine, я вообще счастливый. Ну, вот такая вот достаточно интересная серия у нас сегодня, как бы, получилась. Ну, не, согласись, все круто. Все круто, все зашибенно, все прям вообще чики-бомбалейло. Это дом Биг Смоука? Подожди. Биг Смоука, Рил. А можно вот... Не, нельзя, ладно. Hey, thanks, спасибо, Карл, я рад, что ты с нами детка, thanks, да. Не, чувак, мне кажется, Свит тоже так думает. Он не думает так тяжело, просто он стал главой семьи после смерти вашей матери. Ладно, буду рад, если ты встретишь старину Смоука как-нибудь, да. Хорошо. 200 баксов плюс уважение. Имба. Знаете, вот эти вот там что-то мне, опять же, я говорил, какие-то секретные чит-коды, вот это вот на деньги там. Ну это скучно. На бессмертие еще это скучно, понимаете? Зачем это надо? Я не хочу вот этой фигней страдать, вот честно. Вот просто делаем, что делаем, выполняем миссии, да, проходим игру, тем более вот сейчас третья серия, да, правильно, правильно. И мы прошли эту игру всего лишь-то на процентов так... На 2,67%. Нам еще до хрена, понимаете, нам еще до хренища. Опа. А мы вот так вот, опа. Но это не моя машина. Все, теперь я понял. Ответь на звук. Yeah. Да. Эй, Сиджей, это Свит. Эй, все в порядке. Если ты будешь уважать свое тело, никто не будет... тебе надо накачать свои мышцы. Если бы я хотел, чтобы ко мне придирались, я бы купил себе... Называет уважение, знаешь? Да, я понял. Парк Верталов, Гроу Стрит, спортзал, в который нужно прийти и ввести себя в форму. Посмотрю как-нибудь. Увидимся, чувак. Если хочешь побыть своей выносливости, мускулатуры и изучить новые приемы рукопашного боя, спортзал. В виде гантели. Можно сохранюсь? Да? Можно сохранюсь. Закончу на этом видео. Логично. Я попил воды, уронил крышку. Вообще все максимально продуктивно. Пятый слот. Пусто. Опа. Америка, Европа. Так, что у нас там это? А там слотов сколько вообще? Их всего 8. А это жестко. А что могу сказать? Их всего 8. Ну, знаешь, Биг Смоука Бум, да? Забегаловка отлично. То есть, наша сейчас задача поехать, накачаться, привести себя в форму, тупо Cybersport. Я так понимаю, на этой тачке. Ну и все. Да, мы сохранились. Мы молодцы. Мы вообще... Да, на веранду зайти нельзя. Понимаю. Понимаю, не осуждаю. Ладно, давайте, ребят, на этом закончим. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если понравилось, влепите лайк. Если не понравилось, дизлайк, напишите в комментариях. Батащенко ли получилось? Дзен, Рутуб, Твич, ВК. И...
Телеграм-канал тоже по ссылке в описании имеется. Пока!